Здравствуйте, вы смотрите программу «По существу», с вами Ольга Алексеева. В республике продолжают оказывать помощь тем, кто развивает или хочет развивать животноводство в регионе. Государство возмещает часть затрат на получение высокопродуктивных коров и получение семени жеребцов-производителей. Как добиться большого удоя и какие программы поддержки сельхозтоваропроизводителей существуют, расскажет заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Лисицын. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Кто занимается разведением у нас крупнорогатого скота и сколько молока производится в год в регионе? В республике разведением крупнорогатого скота занимается 161 сельхозорганизация, более 400 крестьянско-фермерских хозяйств и 39 тысяч личных подсобных хозяйств. Нужно сказать, что это производство, которое обеспечит круглогодичный доход. Вот в отличие, если мы убрали зерно, кто занимается зерновым, например, да, реализовали зерно, то есть и потом уже ждем следующего урожая. А вот молочное животноводство, значит, это здесь ежедневные надои, ежедневное получение молока и как раз реализация и, соответственно, доход. А производство молока в Чувашской республике в 2019 году составило 422 тысячи тонн. За 7 месяцев 2020 года мы уже как бы надоили 270 тысяч тонн или 104% к уровню 2019 года за аналогичный период. Это хороший результат. Это хороший результат, да. И сельхозорганизации также вот увеличили, если в разрезе вот сельхозорганизации говорит, сельхозорганизации увеличили, значит, производство на 9,7%. Это они надоили 93 тысячи тонн. КФХ тоже произошло увеличение на 13%. КФХ надоили 24 тысячи тонн. Ну и, конечно же, у нас регион, где высокая доля личных подсобных хозяйств. То есть сбор молока в личных подсобных хозяйствах вот за эти 7 месяцев составил 151 тысячу тонн. Ну, раз мы говорим о молочном скотоводстве, хочу также отметить, что в республике есть хозяйства, которые занимаются производством козьего молока. Здесь порядка 5-6 хозяйств, но самые основные производители – это у нас агрофирма «Путиловка», которая имеет более 300 коз. И, значит, по году они надаивают порядка 102 тонны молока. Ну и крупное, значит, фермерское хозяйство «Халитово» имеет более 1000 голов казаматок и по году надаивает 420 тонн молока. Раз мы говорили вначале о продуктивности, расскажите, какие вообще коровы считаются высокопродуктивными? Сколько, какой должен быть удой? Ну, вот если говорить о продуктивности, мы вот по прошлому году в республике у нас средний надой получился 6234 вот килограмм на одну корову. Есть хозяйства, то есть вот племенные хозяйства, о которых я позже скажу о них, они получают надой гораздо выше. То есть есть отдельные коровы, да, которые надаивают, значит, 10 тысяч литров молока. 9 тысяч литров. Вот эти как коровы считаются высокопродуктивными. Как получить такую корову в свое хозяйство? Ну, корову здесь вот как получить, есть вот, как вы говорили уже до этого, поддержка со стороны государства, да, выделяет субсидии, но приобрести нужно просто племенной скот. Конечно, он стоит дороже, чем обычные коровы, но впоследствии он, конечно же, себя окупает. Часть затрат, какую часть возмещает государство? Ну, здесь на приобретение племскота у нас есть возмещение затрат. Там определены ставки в зависимости от упитанности вот нетели, да, там от 30 с лишним тысяч до 54 тысяч рублей, то есть на одну голову возмещается. Если, условно говоря, племскот стоит, значит, 150-160 тысяч рублей, то 30% вот возмещается со стороны государства. А кто может воспользоваться? Ну, именно субсидии на приобретение племенного скота может воспользоваться, значит, сельхозорганизация любая, но в том числе и личные подсобные хозяйства. Если они готовы приобрести племенной скот, то также могут получить субсидию. Про динамику численности крупного рогатого скота расскажите, пожалуйста. Про динамику хочу сказать, что вот у нас, значит, по итогам 2019 года численность, значит, крупнорогатого скота составила 205 тысяч голов. Ну, в том числе коров 89 тысяч голов. Эта динамика, значит, наблюдается это в целом по коровам увеличение на 0,5%, а по КРС в целом на 1,7%. Вот. Ну и хочу сказать, что вот в личноподсобных хозяйствах также вот отметить, про это, наверное, много уже и говорили, и в ваших передачах, но, значит, в этом году впервые выплатили субсидии, значит, личноподсобным хозяйствам. Вот, на каждую корову, которая содержится. И эти субсидии, они
варьировали, вот если на одну корову 2300, на 2-3300 за каждую, на 4, значит, 4300 за каждую корову и более, 4300 за каждую корову. Вот это тоже снизило динамику, темпы снижения численности поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. Если мы по прошлому году наблюдали вот на аналогичный период, значит, года снижения поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах на 3%, то в этом году этот показатель составил менее процента, 0,9%. То есть я считаю, что вот это способствовало, чтобы остановить темпы снижения благодаря вот такой поддержке личных подсобных хозяйств. Сергей Валерьевич, чем отличается племенное животноводство от обычного, если можно так выразиться? Ну, здесь, когда мы говорим о племенном животноводстве, мы говорим о высокопродуктивном, значит, поголовье, высокопродуктивных коровах. Вот. И у нас в республике по КРС насчитывается, значит, 18 племхозяйств, это 4 племзавода и 14 племрепродукторов. Если всего, значит, племенных хозяйств насчитывается 25 тысяч голов КРС, но племенная доля племенных коров составляет 10,7 тысяч голов. И вот если посмотреть по динамике производства молока, по доле производства молока, то этими 10 тысячами коровами получено молока 46,7 тысяч тонн из 93 тысяч тонн, которые получены в целом в сельхозорганизации. А там порядка в целом, с учетом племенного стада, значит, 25 тысяч голов. То есть мы имеем, получаем, что вот эти 10 тысяч голов нас обеспечивают таким же количеством молока, как и остальные 15 тысяч голов неплеменных. Отсюда что получается? Содержать 15 тысяч голов – это, конечно, более, значит, большие затраты, уже более чем на 10 тысяч. Да? То есть дополнительные скотоместа, опять-таки, дополнительные рабочие силы. Да? Тут требуется уход, корма. То есть вот поэтому нужно как бы понимать, что, значит, выгоднее содержать племскот, имея тоже разные виды поддержки со стороны государства на это, значит, поголовье. И даже вот, значит, по надоям, если мы говорим, что вот у нас надои, значит, за 7 месяцев по республике составили 3800 килограмм, то если брать племенные хозяйства, их надои составляют порядка 4600 килограмм от одной коровы. То есть здесь уже мы видим разницу. Если говорить вот об отдельных племхозяйствах, я могу вот выделить агрофирму «Альдеевская», значит, «Чебамилк» у нас. Вот они надаивают, значит, более 5000 литров. Уже надоили, вот на сегодняшнюю дату, более 5000 литров. Вот, поэтому здесь уже чувствуется существенная разница. Сергей Валерьевич, от чего еще зависит молочная продуктивность? Ну, конечно же, приобрести племенной скот, этого мало. Для того, чтобы реализовать его генетический потенциал, мы должны как бы применять правильные технологии. Это, в первую очередь, технологии и содержания, и, конечно же, кормления. От этого очень много зависит. Вот что касается заготовки кормов, я вкратце скажу. Вот в республике мы на сегодняшний день заготовили 117 тысяч тонн, значит, сена. Это 122% к уровню прошлого года. Заготовили 300 тысяч тонн сенажа и 114% и 34 тысячи тонн силоса. Но силос будет заготавливаться позже, то есть кукуруза у нас поспеет позже. Это хороший результат. Это хороший результат, выше уровня прошлого года. Планируем обеспечить, значит, одну голову КРС, ну, примерно 26 центнер кормовых единиц мы планируем заложить. Вот. Ну и вот про качество кормов. Для того, чтобы составить правильный рацион, нужно сбалансированное питание. Поэтому нужно делать анализы корма, определяя, что там содержится. На сегодняшний день у нас это проводит, значит, и ветеринарная лаборатория, Чувашская ветеринарная госветслужба, вот, агрохимцентр проводит анализ кормов. Ну и вот у нас сейчас уже функционирует, значит, центральная ветеринарная научно-исследовательская лаборатория на базе Рослесхознадзора. И в последующем, значит, на будущий год она уже должна заработать в полную силу. В отдельном здании будет располагаться. В чем основная задача? Вот ее основная задача, одна из задач, это как раз определение качества, то есть там и продуктов уже кормления, растениеводческой продукции, значит, зерна, и, значит, анализ там будет выполняться
по многим показателям закупается современно, планируется закупить современнейшее оборудование на стоимость порядка более миллиарда рублей. То есть очень широкий спектр анализов эта лаборатория будет оказывать в области ветеринарии. Что ж, мы надеемся, что в следующем году заработает в полную силу лаборатория. Спасибо, Сергей Валерьевич, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Лисицын. До свидания.